После начала мастер-класса на татами вас уже не пустят, если вы опоздали, дорогие друзья. Поэтому чем дольше вы будете обниматься жестами друг другу руки, тем меньше у вас шансов попасть на занятие. Слышно меня, нет? Сейчас я сделал, меня, понимаете, я давлю, если он отпустит, я провалюсь, вот провалиться вы не должны. Если вы будете давить за счет физической силы, то как только он отпустит, вы провалитесь. Вы не должны провалиться. Все три упражнения объединяют один и тот же уход и одно и то же движение руки. Ягхамми, айхамми, сумичи. Понятно? Уход один, техники вроде как разные. Видел много раз вот такую картину. Я понимаю, мне проще было кушать, да? Что, знаете? Вот все это время подмышка по возможности закрыта. Чтобы подмышку закрывать, вы должны опускать вниз локоть. И если вы сделаете это дело, задрав локоть, он упрется, и вот вы уже ничего не можете делать. Он будет упираться в вашу руку, она слабо. Вот катончик внизу должен. Так.
только что делал. Вот. Теперь нога идет под него. Бросок делается таким образом, чтобы он летел через. И как здесь сделать тюкейм? Отшаг, ногу подставили обычной выше руки. Отшаг, ногу подставили обычной выше руки. Вы можете не падать, но, пожалуйста, если вы будете отшагивать, вы будете падать через ногу, и вам будет неудобно. Можете не падать, но постарайтесь отшагнуть. Двигайтесь на ногах очень мягко. Ноги не должны прилипать к татами у вас. Вы свою руку не бережете. У вас руки нужны для того, чтобы потом с ними можно было что-то сделать. А вы все уже сделали. Так нельзя. Важно, что после первого ухода я здесь с ним столкнулся, Буцкарой, и падать он не хочет, и давит на меня, давит. Мне нужно, чтобы он на меня чуть-чуть поддавил здесь. И когда он на меня будет давить, я просто... Но очень важно, чтобы он поддавил, да? Юхо!
Сюда его приведите. Сан Саныч, он занятия в айкидо, ну там, я не знаю, с четвертого кю. Ну что, вот это, правильно? С первых дней. И теперь, если вы берете эту руку здесь, он должен, в принципе, уметь делать то, что он делает. И вы все должны это уметь. Да? Поэтому хвататься раньше времени нельзя. Вы ставите себя сами в положение руки вместо твоей. Не хватаемся. Вот там.
что Иеремий Наге это вот это. Вот он здоровый мужик, вот я ему делаю Иеремий Наге. У меня не получается, мы начинаем говорить, что да я же сейчас ему помогу. Да? Вот он должен делать Кюкеми. А у меня немножко другая идея. Мне уже ничего не надо, чтобы делать. Если вы не сделали Кутсуши, если ваш оппонент находится в хорошем, устойчивом состоянии, ну, я вас уверяю, он даже удар может выдержать или, по крайней мере, его заблокировать. Он хорошо стоит, но не получится у меня ничего. Да? Поэтому... Сначала, и у вас две руки, нельзя делать техники, использовать только половину тела, да? Как бы я ни старался, половину тела у меня не удастся, но вот это используйте в полной мере. Поэтому сразу, раз, ваша задача в Кутсуши – дестабилизация оппонента, а не силовое воздействие на его голову. А не силовое воздействие на его голову. Не получится. Чуточку расслабьтесь и чуточку ловите вашего оппонента. На самом деле. Когда я иду вперед, я нахожусь на одной ноге. Для того, чтобы бросить, я вынужден использовать только инерцию своего тела. Ее зачастую не хватает. Поэтому, пожалуйста, ходите после этого, сколько вам нравится. Если вам нужно пойти, ходите сколько вам хочется. Но в момент, когда вы делаете кузуши, когда вы выводите партнера из равновесия, находиться на одной ноге бессмысленно. Поэтому шаг должен начинаться не когда мы технику начинаем. Да? Не здесь мы начинаем шаг. Да? Здесь мы его заваливаем, а потом можем шагнуть, если нам хочется. Все можем шагнуть сверстки. Согнуть под низу и положить его на колено. Да? Это так положено делать. Да, вот канон. Но шагать вы должны только после того, как ваш оппонент находится не в равновесии. Пожалуйста, он уже не в равновесии.
Пошел, вот так. Хорошее упражнение для руки. И пошел. И я пошел с ним. Хорошее упражнение для руки. Ты не должен залипать, мы не учимся здесь падать как таковой, да? Пошел. Не можешь там ходить, и я шагнул. Мне нужна была динамика для этого шага. Поэтому шаг не самоцель. Да? Привыкните к тому, ну, на мой взгляд, что весь бросок вы сделали здесь. Потом можете шагать. Тем более, что это счастье может выглядеть по-другому. То, что он вчера пытался сделать. Да? Бросать не обязательно. Шагать придется. Мема сенсей не всегда шагает. Я копирую своего сенсея, поэтому. Но шаг не самоцель. Нельзя ставить шаг во главу угла. Во главу угла ставится кудзуси. Дестабилизация партнера. Видите, при правильной дестабилизации его голова у меня на плече. Прямо как написано в учебнике. Правильной дестабилизации, его голова не находится у меня на плече. И сделать технику я не смогу. Мне надо подходить, он уклонится вперед. Я его не достану. Ну, вот. С самого начала. Правильно, вы видите партнера? Ничего не надо. Тоже не выглядит. Если, конечно, он руку не держит, то здесь пол. Но... То есть не лечится форму, полностью форму урана? Можно. Форму урана. Ну давай сейчас об этом. Форму урана, она включается следующая. Если вы по кругу хотите сделать. Вот теперь. Чтобы человек двигался, вы должны его вывести. Вы не можете человека двигаться. Таким образом он не будет двигаться. Наклоните его сюда. Потяните, он сам будет двигаться. Спасибо, скажите. Поэтому все, что вы делаете, это вывод из равновесия. А я решил переработать. Переплатка будет. Спасибо.